Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух. Меня зовут Сефиров Ремзи. Я уже 6 лет знаком с Адиловым Белялом. Белял ага – это человек добропорядочный, отец восьмерых детей. Он проводил молебны. Он всегда был в обществе и в курсе всех событий, которые окружили наш народ. Никогда он не оставлял те проблемы и не был равнодушным к проблемам нашего народа, с учетом того, что наш народ мусульманский. Он зарабатывал на жизнь строительством, и неоднократно в жизненных делах он давал и мне советы. Соответственно, в моей памяти, в моих глазах он является и как хороший советчик, и один из лучших собеседников, поскольку он был очень нравственный, богобоязненный и никогда не оставлял без внимания те события, которые требовали внимания. К примеру, оказание помощи детям, женам политзаключенных, детям тех, имеется в виду, кого также огульно обвинили в терроризме. Белял ага в ходе массовых облав был задержан 27 марта 2019 года. И ему инкриминируют статью о терроризме. Я с этим не согласен. И не один я, а весь народ знает, что Белял ага не является террористом, он является добропорядочным, богобоязненным, искренним верующим мусульманином. Он тот, благодаря которому многие находили решение в своих проблемах.